Купил в китайском магазине AliExpress китайский сотни код. Подделка или оригинал, копия. Не знаю. Вот. Но не о нем речь, а пойдет речь о бегудях, которые шли в комплекте. Я взял в комплекте с бегудями, думал, если лишнее, ничего страшного. Ну, наверное, все-таки надо было брать без них. Вот эти 5 штук шли в комплекте. У них чуть-чуть отличается. У этих черная подошва, я раньше брал их у других продавцов. И у разных продавцов брал, и они одинаковые шли. А эти, что шли в сотом, они с коричневой подошвой и чуть-чуть другие по цвету. И совсем другие. Совсем отличаются. Этих, что шли в комплекте с сотом, вот такие вот бигуди некачественные, еле держатся на подошве, могут под весом пчелы, наверное, упасть. Они не взаимозаменяемые, сюда оно ходит свободно, тут вообще не держится. Вот. Вообще не держится, понятно? А этот не налазит. С трудом налазит, но не буду я натягивать его. Они, получается, не одинаковые, у них посадочные места разные по диаметру. Видите, он не держится совсем. Но на своей-то еле держится. Я их специально пометил, чтобы потом не перепутать, когда буду ставить. Специально сделал так, чтобы планочка была впритык. Впритык. Если будет спадать, чтобы упиралась и не упала вместе с маткой. Хотя я не знаю, как я их буду потом эксплуатировать. Что очень с этого, с коричневой подошвы очень трудно снимается. Оно очень. Это если снимается, то вместе с посадочным для. Как же это называется? А это очень туго сидит. Это снимается вместе с посадочным для маточника, маточной мисочки. А это сидит очень туго на подошве. В общем, как-то надо приноровиться его туда снять. Видите, оно. О, знаете, это понятно. Все равно лучше держится. А эти совсем падают. Вывод сделал такой, и вам советую. Когда будете покупать этот сот, сотникот китайский, не покупайте вместе с бигудями. Покупайте бигуди отдельно. Там все равно в комплекте, которые идут, они там идут 5 штук, 10 максимум. Вам все равно 10 штук не хватит. Вы будете покупать 20, 30, 40, 60, там 100 штук. Покупайте сот без бигудей, но с мисочками. А бигуди купите потом у другого продавца оптом сразу 100 штук, и вам хватит там намного их. Потому что они разные, я вам уже показал. Они не взаимозаменяемые. Эти сюда не подходят, эти сюда не подходят. В общем, а вы заплатите на несколько долларов больше будет из-за этих бигудей.
и все зря. Вот такая вот рекламация. До побачення.